Районы Якутии используют новые технологии для благоустройства. Напомним, с инициативой о благоустройстве территории Нацлигбов республики глава Якутии выступил в 2014 году. Сейчас среди муниципальных образований проводятся конкурсы. Районы представляют проекты, лучшие получают финансирование. И администрации благоустраивают территории по-разному. Например, в Хангаласском районе для освещения подъездных дорог к селам Актемцы и Техтюр используют энергосберегающие технологии, а именно устанавливают солнечные батареи на уличные фонари, рассказывает Виолетта Засимова. В конце 2013 года в Улусе был учрежден дорожный фонд, средства из которого сейчас идут на строительство и ремонт дорог. Но не только качеству дорог уделяется внимание, но и их освещенности. Так, при поддержке фонда подъездные дороги сел Актемцы и Техтюр были оснащены двумя автономными уличными фонарями на солнечной батарее. У нас много бывает таких случаев, потому что люди, которые приезжают в Актемцах, они в Техтюр попадают и спрашивают, где, например, Ленский край, где, например, актемский филиал ЕГСХ. С этим освещением, там указатели тоже есть, в Актемце 5 километров, 7 километров. Вот люди определятся намного быстрее. В течение светлого времени суток при помощи установленной фотоэлектрической панели происходит заряд аккумуляторной батареи. При наступлении сумерек фонарь включается автоматически, используя энергию, накопленную в аккумуляторе. Отличительной особенностью автономного фонаря является удобство его применения. Не требуется прокладки кабелей электропитания, благодаря чему снижаются расходы на его установку и эксплуатацию. Также фонари разработаны с учетом климатических особенностей эксплуатации в России. В случае, если в этом году эти у нас автономные фонари покажут хорошие данные, то мы уже в следующем году уже начнем софинансировать и приобретать такие же автономные светильники в других населенных пунктах. В этом году администрация Хангаласского Улуса всерьез взялась за дорожный вопрос. Введена в строй новая асфальтированная дорога, ведущая в село Кердем. Отремонтирован проблемный участок подъездной дороги в селе Техтюр. В данный момент к селу Ой прокладывают асфальт протяженностью 1 километр 350 метров. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.